Здоровое питание, правильный образ жизни и отдых – это, конечно же, те вопросы, которые задают себе абсолютно все. Но Дмитрий Богданов знает об этом не понаслышке, потому что Дмитрий уже много лет является специалистом в этой области. Дмитрий, здравствуйте. Расскажите, как важно, почему важно заботиться о своем здоровье? Ну, на самом деле, мы все видим, что ситуация в стране со здоровьем у людей, ну, честно говоря, обстоят дела не самым лучшим образом. А в некоторых случаях это, на самом деле, катастрофа. Тяжело вставать по утрам, а то, как мы встаем по утрам, как мы просыпаемся, это очень важный маркер нашего здоровья. Не помню, кто-то из великих говорил, наше здоровье определяется по тому, насколько радостно мы встречаем утро и весну. И вот с весной тоже, кстати, достаточно все грустно. При этом ситуация может быть легко изменена к лучшему, если мы начинаем более ответственно подходить к этому делу. Начинаем задумываться, что мы едим, в каких количествах, в какое время дня, суток, потому что иногда и любят поесть наши сограждане на ночь. Второй важный момент – это то, как мы двигаемся, насколько правильна наша физическая активность. И третий фактор, который упускает подавляющее большинство наших сограждан, это выбираемся ли мы раз в год в хороший санаторий, когда мы 10, 12, 14 дней первоочередно посвящаем вопросам своего здоровья. Потому что нужен комплекс, нужен режим дня, нужны лечебные процедуры, нужна грамотная физическая активность. А самое главное, чтобы в эти дни занятие своим здоровьем было действительно самым главным и не перебивалось повседневными хлопотами, заботами, поездками по автомобильным пробкам, решением каких-то там задач, конфликтов там и прочее, и прочее. Вот, сегодня в рамках выставки мы как раз и разговаривали с участниками, посетителями о том, как и что можно поменять в своем образе жизни для того, чтобы чувствовать себя намного более энергичным, бодрым, здоровым, причем вне зависимости от возраста, и в 20-25 лет, и в 40-50, и в 60-70. И самое главное, что может сделать бизнес в виде предприятия общественного питания, предприятия торговли, для того, чтобы здесь занимать не реактивную, а проактивную позицию, и как на этом тренде еще и хорошо заработать. Можно делать хороший бизнес, здоровый бизнес, классный бизнес и при этом зарабатывать, принося намного больше пользы нашим клиентам и партнерам. Какие основные рекомендации дадите нашим зрителям для того, чтобы быть в хорошей физической форме и поддерживать здоровый образ жизни? Ну, если честно, посвящены все дни выставки Метро. Приходить, бывать, участвовать, посещать массу интересных дискуссий, семинаров, мастер-классов. Ну и потом, если уже не получилось вдруг выбраться сюда или захочется освежить какие-то знания в интернете, я думаю, что все интересные сюжеты обязательно будут выложены, можно все посмотреть, написать вопросы спикерам, чуть больше узнать, чуть больше погрузиться в эту тему и наметить себе реальный план действий, что нужно сделать в ближайшую неделю, в ближайший месяц или в ближайшие 5 лет. Ну, а для того, чтобы встретить свою весну хорошо, нужно просто отправиться в правильный санаторий, где настоящие специалисты, врачи, доктора и, конечно же, люди, которые обеспечивают ваш уход, помогут сделать ваш отдых не только полезным, но и незабываемым. Раз в год хороший санаторий. Welcome!